Hey, ребят, всем привет, приветствую вас на канале Planet Home. Ну что, продолжаем с вами играть, проходить наш Zoo Tycoon. Народу у нас все больше и больше, деньжаток нам валится. Ну и мы с вами, естественно, сегодня будем строить новые вольеры и завозить новых животных. Но, судя по всему, вы сами захотели большое количество новых жирафиков. И, естественно, сегодня мы их сюда завезем. Единственный нюанс, давайте посмотрим, какие у нас жирафы есть и что для них требуется. Так, у нас с вами их, блин, у нас их очень много. Так, потребуется что? Саванна 1, саванна 2, саванна 3, саванна... Ага, луга. Саванна 4, саванна 5, да, луга и 5 саванн, короче. В общем, да, нормально. Так, будем их строить вот в этом направлении. Единственный нюанс, раз их столько дофига надо будет построить, давайте, наверное, будем чередовать большие и маленькие. То есть, ну, большие и средние, точнее. Мелкие мы трогать не будем. Начнем с большой саванны и, наверное, разместим ее как некий оплот. Да, вот такой вот. Сделаем мы ее вот тут. Вот в этом месте, да? Аж баньк. Первую мы с вами построили. Отлично. Дальше мы ее теперь соединим дорожками всевозможными со всех сторон. Вот сюда и вот сюда. Так, бастуют. Окей, сейчас мы с этим бунтом быстренько, надеюсь, расправим. 116 тысяч. Ни хрена вы набунтовали. Нормально, более чем. Да, это помимо своей зарплаты. Так, дальше. Берем саванну теперь среднюю. Ставим ее, наверное, где-нибудь вот тут. Как раз таки вот в этом каменистом таком утесе. Так, вот сюда это делаем. Дальше пропускаем. Теперь берем еще один вольерчик. Опять же таки саванну. Берем опять же таки среднюю и ставим ее, наверное, где-нибудь вот тут. Правильно? Да. Вот таким вот образом здесь мы сделаем камни. Ну, либо дорожки, кстати, как вариант, да? Которые у нас с вами уже видно, прорисовываются. Вот тут мы сделаем ключевой такой некий момент у нас. Это будет у нас площадь. Площадь жирафов. Я так понял, многим она понравилась, поэтому давайте мы ее как раз-таки здесь где-нибудь внедрим. Единственный нюанс, она, как видите, у нас только может быть маленькая, но все же... Ну, а что поделать, да? Как вариантов немного. Поэтому она у нас размеров больше не станет уже, поэтому... Просто ее прокачиваем и улучшаем. Вокруг нее... О, у нас новая площадь утконосов. Вот, вокруг нее мы сейчас будем дальше добивать свои луга. Ой, точнее саванны. Так, три штуки мы с вами построили. Берем еще одну саванну средних размеров. Разместим ее с вами вот тут. А. Отлично. Прям по красоте зашло. Соединяем тут и соединяем, естественно, вот здесь. Так, дальше. Сколько у нас? Раз, два, три, четыре. Еще одну ставим. Так, саванна тоже средняя. Мы ее вот так сейчас развернем чуть-чуть. Вот таким вот образом. Жбоньк. И замыкать у нас это все дело будут, естественно. Кто? О, у нас что-то кто-то родился в саванне. Нормально, круто. У нас пополнение. Так, и луга нам потребуется, да? Возьмем их большие. Как раз-таки они у нас будут замыкать вот эту всю петрушку нашу. Во, отлично. Прям-таки классно зашли, ты посмотри. Слушай, а сегодня прямо какой-то рай жирафов будет. Еще одно соединение надо сделать. Поставим его вот тут, правильно? Хотя, наверное, давай еще попробуем законнектить его с центральной площади вот так. В принципе, норм. Так, слушай, а у нас по соединениям вот здесь что есть еще? Вот сюда можно законнектить его. И, в принципе... Ну, наверное, для полного коннекта было бы в идеале вот эту законнектить, да, с этой площадью. Но у нас вот это, получается, не соединяется. Поэтому пускай они будут находиться вот это и вот это. Будут как проходные через другие две саванны, да? Отлично, все, теперь начинаем завозить. Сюда нам требуются животные. Так, приобрести животных. И где у нас жирафы? Жирафы, жирафы, жирафы. А тут есть какие-то у нас самые дорогие? Наверное, для самых дорогих вот мы как раз-таки и завезем на самую большую нашу, на самую большую территорию. Угандийский жираф. Во, начать исследование. Отлично. Сейчас мы его быстренько исследуем. Все, исследовалось. И теперь начинаем завозить. Кстати, пока у нас было исследование, я решил быстренько понавтыкать все зоны взаимодействия и, естественно, зоны потребности. Так, ну у нас, к сожалению, пока что здесь только один жираф. Это девочка у нас, Лили ее зовут. Вот сюда мы ее с вами и завезем. Так, отлично, да? Дальше у нас с вами требуется изучить еще большое количество новых жирафов. Поставим их на изучение, думаю, сейчас сразу всех и по всем точкам их раскидаем. Все, абсолютно все. Абсолютно всех и все мы с вами изучили, все, что требуется нам для данных построек.
Так, ну что, давайте сначала посмотрим по поводу, кстати, появились ли у нас сюда новые животные. Ну-ка, посмотрим. Так, жирафики наши. Так, где он у нас? Он был, находится-то. Вот он у нас, угандийский жираф. Смотрим. Да, еще Вильгельм появился за 47 тысяч. Ну, а почему нет? А давайте его сюда тоже к нам завезем. Так, стоять, кстати, кое-что посмотреть. Ну-ка, отпустите. И вот сюда нас. А, это игрушка. Блин, ты смотри, он у нас он там лег спит, что ли? Серьезно? Come on. Да, реально он спит. Точнее, она. Вы бы видели, ребята, как он пьет воду из того бассейна. Это нечто. Он раскладывается, как какой-то кран с треногами, отвечаю. Но потом позже, я думаю, мы с вами по-любому это все дело увидим. Ну что, привет, чувак. Сегодня прямо такие серия, знаете, живые небоскребы. Я, наверное, так ее и назову. Так, ладно, с этими мы сейчас разберемся. Мы сейчас обязательно всех их посмотрим. Нам надо только с вами доделать до конца все, что мы тут с вами начали проектировать. Кстати, о птичках, точнее, о жирафах. Я тут кое-что изучил. Такое, как, смотрите, сейчас покажу. Скульптура, у нас с вами появилась скульптура жирафа, во. Я думаю, кстати, вот сюда она у нас отлично влезет, да, смотри. Прямо отлично влезет, посмотри-ка, а. Так, стоять. А если у нас еще кое-что изучено? У нас с вами изучено. Это зеленая скульптура. Так, жираф тоже. Во, блин. Она овер огромная. Она овер огромная. Хорошо, мы ее сделаем вот в этом месте. Поставим, точнее, вот тут, да? И люди при входе будут как раз-таки отсюда уже видеть, что... окей, от бегемотов можно попасть к жирафам. Вот здесь мы вот так, наверное, и поставим. По-моему, отличный вариант. Слушай, очень круто смотрится. Прямо очень круто. Единственное, что мы ее сейчас соединим, естественно, со всевозможными точечками. Вот такими, как вот здесь, да? Так, по поводу улучшения. Есть улучшение? Есть улучшение. Опять бастует. Ну, ё-моё, это просто клянчит бабло. Просто реально клянчит бабло. Так, где они у нас? Сколько в этот раз вы хотите? Уже 146 тысяч. Да, слушай, у вас аппетиты, конечно, растут по полной программе. Но, благо, у нас с вами прибыль очень хорошо идет, поэтому... Эти 100 тысяч мы с вами быстро наверстаем. Так, а вот сюда как раз таки мы с вами построим тогда наша... так, наша скульптурочка. Вот она у нас, жираф. Отлично. Жалко, фонтана жирафа нету. Я, кстати, посмотрел. Да, его действительно нет. Соединяем всевозможными точками. Прямо вот это пятно, которое у нас свободно осталось, оно прямо идеально вписалось во весь наш, скажем так, во все наше оформление. Шикарно. Просто шикарно. Смотри, кусок огромной территории посвящен только жирафов. Да, мы однозначно их любим. Ладно, забудем следующих. Сюда мы с вами закинем наших жирафов Торни Крофта. Прямо как Лара Крофт, только Торни. Так, давайте сюда завозим розы. Кстати, недорогие, ты смотри, реально очень недорогой жираф. Он такой светлого цвета, да, у нас идет. Поэтому... Так, парня сюда, девчоночку розу. И, наверное, еще кики сюда завезем. Мы, по-моему, здесь... А, все-таки даже 5 влезает. Серьезно, в маленькую такую точку влезает даже больше. Ну, мы Майкла можем завести без проблем, да. Все животные есть, кстати, все вольеры у нас полностью сейчас уже оснащены. Я не стал это все дело вам показывать. Просто тупо раскидал все эти точки. То есть кормление, да, естественно, как вы видите. И помывки, у всех стоят фрукты. Не забыл, естественно, не забыл про точку взаимодействия. Она где-то у нас тут есть. У кого-то где-то она тут есть. У кого-то я им, кому-то им ставил. Не могу вспомнить, кому, блин, сейчас найдем. Так, у этих, сейчас найдем. Да, вот у этих. Здесь она находится, мы чуть позже сюда вернемся и попробуем кого-нибудь покормить обязательно. Так, этих сюда свезли. Слушай, а вам не тесно будет, товарищи? Мне кажется, вам будет овер тесно, вот действительно. Слушай, пипец, ты смотри, ну-ка сейчас посмотрим, ну-ка. Стоять, не то мы нажимаем. Мы хотим туда, вот мы хотим туда. Да, какой красавец, точнее красавица. Еще один вылез. Слушай, ну их тут 6 штук будет, им тут будет... О, ты смотри, 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 что творит. Он реально, блин, он еще не сильно наклонился. Черт. О, они бывают прямо так, знаете, так головой прям такие уходят. А этот сразу спать лег, ну понятно, да, что. После долгого перелета, естественно, надо и поспать чуть-чуть. Слушай, складывается круто. Очень. Да. Сейчас еще сюда трое прилетят. Вот им тут будет, да, слушай. Такое себе. О, у нас в лугах кто-то родился, на львенок. Черт подери. Да. Ладно, продолжаем дальше завозить наших животных. Жирафы настоящие, это, конечно, все замечательно. Но ты посмотри, какая получилась статуя. Короче, офигеть. Она
овер огромная. Мне кажется, даже вот эти бегемоты будут сейчас ей реально завидовать. Вы посмотрите, какая она красивая, очень величественная такая, да, и, в принципе, мне кажется, ее действительно будет видно со всех сторон нашего зоопарка. Единственное, давайте еще, наверное, что сделаем, добежим до нашей скульптуры. Блин, ну, естественно, сначала надо мусор убрать. Это, конечно, такое себе. Ну, скульптура не такая, на самом деле, огромная, как изначально казалось, да. Видно, сделана, типа, из камня, но она очень добавляет такую атмосферу, как раз-таки, данной тематичности нашего парка, да. Так, ладненько, все, погнали. Погнали дальше строить наши, точнее, завозить наших животных. И следующим у нас жираф, это заселяются масайские жирафы. Мы, естественно, потом пробежим по всем нашим вольерам, попробуем посмотреть, может, какие-то найти отличия между этими жирафами, именно визуальные. Хотя пока, если честно, они что-то все на одно лицо, так можно сказать, да, на один вид. Так, Чингиза мы сюда завозим, а дальше Дейзи, ну и малыша к ним Рокки, ну почти что будущий наш Рокки Бальбоа. Так, отлично, я тут сюда приехал. Поехали, пока их всех сюда везут в следующую точку. Вот сюда у нас животные приобрести. Так, жирафики. И кто у нас тут идет? Это у нас... для этого у нас требуется луга. Да, пропускаем тебя пока. Сетчатый жираф. Да, тоже у вас пока три штуки, но... Значит, всех троих сюда и завозим. Потом на максимум, естественно, забьем все эти точки. Последний у нас из саванны. Это южноафриканский жираф. Фрица. Да, нормально. Так, Фрица, Гвена и Оскар. Так, девчонку Ники однозначно к вам сюда. Блин, благо деньги позволяют нам сейчас это все дело спокойно закупать. Да и жираф, на самом деле, как вы видите, далеко не самые дорогие животные здесь у нас, да? Все, а теперь отправляемся в луга. Так, луга. Это будет интересно. Посмотри. Так, что у нас тут есть? Жирафы. И который вот этот у нас, да, получается, да. Нубийский жираф. 4000, 7000, слушай, нет, опять недорогие. Но заметили, какой у них окрас? Они не желтые, они белые уже. То есть такой, знаете, жираф, жираф-зебра, можно сказать. И Нориса сюда завозим. Все, мы все пока завезли. По полной тут занимаюсь, как вы видите, да, огромное количество вертолетов прилетает. Завожу, пополняю все наши вольеры животными, то есть хочу на максимум укомплектовать их. Вот, но родилась тут небольшая идейка сделать несколько небольших точечек, типа вот таких. Заходим в наше развлечение и поставим здесь сувенирную лавку. Я думаю, она будет, в принципе, очень неплохо смотреться, да, то есть людишки, да. Наши гости смогут приобрести что-нибудь интересненькое здесь. Сделаем такие небольшие коннекты, да? А, кстати, надо улучшить ее, наверное, сразу на максимум. Вот. И также решил им поставить еще одно место для развлечения. Такое, как у нас... Сейчас я вам покажу. У нас вот как раз появился смотритель с лемурами. Вот. Здесь его сделаем, ну, чтобы людям было интересно. К сожалению, здесь нету таких развлекаловок в костюмах, как у львов, да? Только в костюме жирафа. Поэтому приходится выкручиваться, как мы можем. Единственное, сейчас соединим вот здесь сейчас, вот. А вот сюда я хочу вот в эту точечку поставить маленький вольер с абсолютно диким и интересным животным. У нас его таких еще нету. Это у нас вот такой варан Гульда, да? Соответственно, что для него требуется? Скалы в пустыне. Сейчас мы его сюда и построим. Вот наши скалы и жбоньк. Вот сюда их втыкаем. Получился такой небольшой, видите, небольшое такое местечко из маленьких вольеров для развлечения, естественно, но и для просто времяпрепровождения. Так, животное и приобрести, соответственно, с завозом. Вот, варан Гульда. А, ну его надо еще исследовать. Но это не проблема. Отлично, теперь его можно сюда завести. Правда, к сожалению, он пока что у нас будет один. Это девочка Лулу. Но ладненько, давайте ее завезем. Так, отлично, все. А, стоп. Да, у нас больше возможностей их нету. Я думаю, через, как правило, минуту, полторы-две должно появиться у нас возможность приобрести новое животное, и мы его сейчас завезем. Слушай, у нас на этой площадке еще кто-то тусуется? Нет, на площадке жирафов. По-моему, нет. По-моему, все мимо просто ее обходят. Ну, понятно, всем не до этого. Все увлечены живыми жирафами. Во-во-во-во, смотри, как он... не успел, блин. Но обязательно еще попробуем их в этот момент поймать. Так, что, привезли нам его? Да, вон у нас он гуляет, сейчас мы его посмотрим. Так, животные, информация и... Слушай, она красавица, я тебе скажу. Конечно, коготки сразу видно такие... Да, могут покромсать, но... Ей однозначно нужна пара сюда. Однозначно ей нужна сюда пара. Ей, конечно, будет одно и очень скучно. Ну-ка, давайте посмотрим, появилась возможность, нет, завести.
Не, пока не прошло время, то есть нету возможности завоза. Жалко, жалко, жалко. Ну, она тут что будет интересно делать? Она тут будет скучать. Скучать. Ну, она тут всяких пока букашек покушает. Мелких, да, или каких-то грызунов, кого он тут будет есть. Кстати, по поводу грызунов. Надо будет заморочиться вопросом и посмотреть, какие у нас тут вообще есть товарищи, чтобы можно было их, естественно, к нам добавить в зоопарк. Пока ждем, в принципе, всевозможные кулдауны, да, пока откатятся и появится у нас возможность завоз всех животных. Давайте попробуем покормить жирафа. Так, хоть сюда, сюда, хоть да. Ты, я не знаю, кто ты, но ты Тед у нас. Тед, будешь кушать? Будешь кушать? У меня что есть? У меня есть банан. Как-то странно это прозвучало, но у меня действительно есть банан. Аккуратней, аккуратней. Так, что тебе дать? Давай дадим банан Атуре. Вот. На. Предложить. Только руку не оттяпай. Боже, какая-то башка огромная. Черт. Ребята, кто-нибудь хоть раз кормил жирафов? Реально. Если да, плюс в комментариях поставьте. Процесс какашек пополнился. Отлично. Отлично просто. И еще, наверное, давай тебе что-нибудь дам травы, может быть. Листик вот такой. Будешь это кушать? На, ес. Это очень вкусно. Блин. Мохнатая морда, а? Все, он, наверное, наелся, да? Да, он наелся и сейчас свалит. Ну, естественно, мы, конечно же, об себя все это вытираем. Давайте попробуем еще кого-нибудь покормить. Но не его, а другого животного. Эй, сюда ходи, бро. Чего? Понятно, кто-то будет какаться сейчас очень много. Ну ладно, мы это переживем. Так, надо кого-нибудь позвать. Надо кого-нибудь из них позвать. Того, может быть, он тот, который вдалеке идет. Подойдешь сюда? Нет. Это тоже сытый. Вот тот, давай, иди сюда. Иди сюда. Что это за звуки тут такие? О, нифига себе, он там моется. Понятно. Так, если никто не хочет. Ну-ка, ну-ка. Такое умное животное. Они знают, куда подходить. Подошли такие, помылись. Единственное, все-таки надо поймать момент, когда они будут находиться у нас вот в этих бассейнах. Это реально крутая штука. Причем это прикольно выглядит. Во-во-во, смотри, смотри, смотри. Блин, не успел. Надо вот именно с определенного ракурса успеть поймать моментик. Во, смотри, смотри, что он творит. Жесть, просто, не знаю, успеем сейчас? Успеем. О, как он раскладывается. И пьет. И такая сбоку армия стоит, охрана сторожа, блин. И мелкий, кстати, он подбежал, смотри. Так, что там у нас у мелкого? Слушай, а мелкий, кстати, какой-то непропорциональный. Смотри, у него изначально, по-моему, тело намного крупнее, чем шея и голова. То есть, если вот у крупных животных уже это все в такой некой пропорции, да, и башка, и шея, они вот прямо занимают львиную долю тела. А вот здесь, в данной ситуации, пока что он еще слишком мелкий. О, нифига себе. Уткнулся в травку. Да, это да. Единственное, что почему-то они не хотят пока никто играть. То есть, вообще. То есть, есть игрушки у них стоят, но нет. Кто у нас родился? У нас кто-то родился. Бегемот. У нас бегемотик родился маленький. Это где-то вот здесь, да, получается у нас? Да, вон он мелкий гуляет. Ну-кась, Топтыгыч. Давай на тебя посмотрим. Да. Побежал сейчас с дуру, короче, об стенку долбанется, не? Еще рождаются, юперный бабай. У нас что-то слишком много детенышей становится, очень. Естественно, у нас это потом может быть некой частью бизнеса. Мы это можем все дело спокойно потом продавать и также на этом зарабатывать, естественно. Давайте пройдемся по нашей территории и посмотрим, какие у нас теперь жирафы есть. И вообще, сильно ли они друг от друга отличаются. Ты, Санек, кстати, с игрушками играется он. Ну, понятно, внизу для мелких, а сверху повыше. Так, это у нас кто? Будем сейчас смотреть по названиям. Так, животные, информация. Это у нас розочка, жираф Торникрофта. По внешности, слушай, ну, на самом деле, классический жираф. Да, то есть, я думаю, он... как-то особо ничем не будет отличаться. Поэтому сейчас мы от него будем как брать некую основу. Побежали смотреть следующих. Единственное, что вот надо обращать внимание, у него пигменты достаточно мелкие. А вот у тех, куда мы сейчас подбегаем, они прямо бросаются. Вы посмотрите, они прямо очень крупные, очень сильно выраженные. И причем в плане цвета, да. И как правило только наши. Ой, ты смотри, что они делают, ты смотри, это срочно надо снять. Быстренько, ну-ка. Блин.
Не успел, не успел. Они, короче, шеями обнимали, смотри. А, может быть, сейчас успеем? Успели, да, блин, милота, блин, милота. Это Беки и... И кто? И Беки и Дейс. Странно, для девчонки. Да, две подруги. Ладно, погнали дальше. Странно, почему они не хотят вот на нашей площади здесь тусить? Реально круто выглядит здесь. Здесь на самом деле рай для скейтбордистов, наверное, да? А, пока... Боже, серьезно? Аж зеленая, аж воняет. Ну, ё-моё, что за свиньи? Вот надо отдельно сделать вольер, какой-нибудь большой или маленький, неважно. Вон, блин, смотри, сколько мусора. И туда всех наших людей вот таких плохих находить и закидывать. Слушай, кстати, давай посмотрим. У нас есть возможность сейчас сюда кого-нибудь завести из новеньких? Да, есть, посмотри. Парня завозим, девчонку и еще малыша Доминика. Как раз таки плюс 3 жирафа у нас на этой достаточно большой территории. Очень схоже с предыдущим, достаточно темные пигменты, да. Но единственное, что он сам по себе белый. То есть он не желтый, не оранжевого цвета, никаких других. А он именно, ты посмотри, какая грудина огромная у него. Ну, то есть где место, где у него копыта, да. Ты посмотри, прямо мускулы видны. Надеюсь, ребята, вы смотрите в максимальных разрешениях. Напоминаю, кстати, все ролики сейчас идут на канале в 4К. Поэтому, кого поддержит формат, смотрите и кайфуйте. Действительно, от очень хорошего качества. Вон, мелкие убежали. И, кстати, по поводу размеров вольеров. Вольеры именно большие. Они, наверное, самые интересные. Потому что, смотрите, у них огромное количество разнообразных площадок, да? Где можно приходить и посмотреть. Попробуйте его покормить, может быть, кстати. Сейчас посмотрим. Ну-ка, сюда хоть пойдешь? Нет? Нет. Ой, там вообще вид сверху, наверное, будет топовый. Будет просто топовый. Ладно. Хотя нет, что ладно, давай попробуем еще раз позвать. Может, кто-нибудь другой подойдет? Нет? Вот ты хотя бы подойдешь? Нет, ты там ешь. Вот ты. Опять бастует. Ну, что за дела? Ну, иди сюда. Иди. Иди ко мне. Ты не хочешь кушать? Блин, еще жопа повернулся наглый тип, а? А ты? Ну, ты-то хочешь кушать? Нет, не хочет кушать. Никто не хочет кушать. Черт, все сытые. Ну, все бананов там уже наелись. Погнали наверх поднимемся. Смотри, 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 что сейчас будет. Трансформация. Оптимус Прайм. Да смотри. Бля, это реально круто. Боже, как он изгибается. Причем написано, что вот эти бассейны для жирафов, они всего лишь одна из трех звезды. Звезд, точнее, да? Однако, более чем... Вот почему ты мимо проходишь? Вот почему ты проходишь мимо вот этого мусора? Почему вы не убираете? Странное, блин. Очень странное. Смотрители гуляют тут вообще без дела. Хотя, нет, вот к ним у меня претензий нет. Они молодцы. У нас очень сильно идет размножение. Поэтому, я думаю, скоро все-таки у нас будет, наверное, целая серия, наверное, посвящена продаже многих животных, которые как раз-таки мы вырастим от и до. Да, однозначно здесь топовый у нас вид. Ой, ты смотри, у нас еще носороги родились. Круто, смотри, как мелкий несется. Видно, да, вот прям такие настоящие, реальные такие повадки. Он еще копытами так плохо играет. Он, смотри, к мамке перебежал. Ну, или к бабке. Отсюда нам не видно. Но, кстати, чтобы было ближе, можно и фотик взять, посмотреть. Да, ну, кстати, пол мы здесь сами не сможем определить, это естественно. Так, погнали дальше. Аниматор-то, смотри, справляется достаточно неплохо, народу много собрал. Да, угорают. Но людям нравится, это главное. Он, дети хлопают. Причем, естественно, как правило, все эти вещи, это все сделано для детей. Хотя, наверное, когда ты приходишь в зоопарк, всегда, как правило, себя тоже ощущаешь ребенком. Ходишь, удивляешься всему, смотришь на новые виды. Но, кстати, по поводу новых видов, скажу вам так, в Санкт-Петербурге, да, у нас в зоопарке, ну, периодически там бываю, хотя бы раз в год, наверное, да, стабильно. Вот, и как-то особо новые виды не замечаются, не знаю почему, ну, наверное, просто не привозятся. Блин, ты посмотри, прямо здесь попкорн выбросили, вот так и продавай вам. Так и продавай вам, вот, отлично. Так, ну что, смотрим на следующих жирафов, да? Здесь видно, у них прямо-таки сеточка идет. Вот прям откровенная сетка, да, вот этих пигментов, они очень близко друг к другу находятся. И, соответственно, тоже находятся в классическом окрасе. Так, ладно, смотрим дальше, следующих. Я не знаю, как это у меня получилось, но я как-то по воздуху побежал. Это была странная петрушка. У нас последний, кто остался, это вот эти товарищи. О, ну это прям вообще сразу видно. Смотри, какая крупная сеть. Прямо такая веб у него идет. Да? Кстати, как это называется у нас вид жирафов? Сейчас посмотрим.
Это у нас... А, это сетчатый, он поэтому так и называется. Да, у него прямо реально как сетка идет, посмотри. Да, повадки-то у них, конечно, у всех жирафов абсолютно, всех, которые здесь находятся, они абсолютно идентичные. А, то есть нету каких-то, знаете, особенностей у какого-то, может быть, подвида, подкласса. Ну что, ребят, я думаю, тогда на этом моменте мы с вами и закончим. Плотника сегодня построили. Бегемот еще родился у нас. Ой, опять я в небо как-то попрыг... В смысле? Серьезно? Ты посмотри. Да, ну это баг игры какой-то. Вот, соответственно, плотника сегодня с вами построили огромное количество вольеров. Завезли, как вы просили, наших жирафиков. Следующая серия будет посвящена от и до. Это кому? Правильно, сейчас я вам покажу. Так, если я найду сейчас только нашу центральную точку. Выбираем животных. И вот они у нас идут. Где? Блин. Вы уже знаете, вот. Шимпанзе. У нас их тут пока на 2 момента есть 4 вида. Ну, суммарно их 5. Я думаю, как раз таки заодно, может быть, у нас и исследуется со временем. Ну и будем дальше ждать появления новых животных. Ждешь следующую серию. Обязательно подписывайся на канал. А с вами был дядя Сережа Плей. Не забывайте про лайкосы. Всем пока.